Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный праздничный салат под названием «Невеста». Сделать такой салатик легко и быстро, а получается он нежным и красивым. Салат «Невеста» эффектно смотрится на любом праздничном столе. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом маринуем лук. Нарезаем его мелкими кубиками. Перекладываем в миску. Добавляем соль, сахар, уксус. Заливаем крутым кипятком. Перемешиваем и даем постоять минут 10. В это время нарезаем куриное филе небольшими кубиками. Курицу надо предварительно отварить в подсоленной воде со специями или запечь в духовке. Я обычно запекаю, мне так больше нравится. В этом случае мясо получается более сочным. Дальше перекладываем майонез в полиэтиленовый пакет. И срезаем уголок. Теперь будем собирать салат. Берем плоскую тарелку, выкладываем туда порезанное куриное филе, разравниваем. Наносим сеточку майонеза. Сверху выкладываем маринованный лук без маринада. Разравниваем. Затем натираем прямо над салатом отварной картофель. Равномерно распределяем его по всей плоскости салата, но не уплотняем. Посыпаем немного солью и наносим сеточку из майонеза. Вареные вкрутую яйца разделяем на белки и желтки. Желтки трем на крупной терке также над салатом. Разравниваем. И опять делаем сеточку из майонеза. Следующий слой — плавленые сырки. Чтобы они лучше натирались, их надо минут за 30 или 40 до начала процесса поместить в морозилку. Аккуратно распределяем сырную стружку по всей поверхности салата. И снова наносим немного майонеза. Заключительный слой – яичные белки. Натираем их на той же терке. Легонько разравниваем, не приминая салат. И слегка присаливаем. Вот и все. Очень нежный, вкусный и красивый праздничный салат «Невеста» готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.